Мы занимаем первое место в Российской Федерации, не побоюсь этого слова, в Российской Федерации, среди однозальных кинотеатров. Забрали все голливудские фильмы. Голливудские фильмы — это в среднем 80-85% от всего кинопоказа. Показывали «Синего ежика», люди на него приходили, видимо. «Человек-летучая мышь». «Человек-летучая мышь», да, абсолютно точно. Серьезно? Серьезно. Иностранным прокатчикам не выплачивать никаких авторских отчислений, но только выжить. Развиться невозможно. «Красная зона». Вы смотрели этот фильм? Да, этот фильм видел. Алексей Викторович, вы очень, очень изящно прошли ответ на этот вопрос. Меня этому учили. Алексей Викторович, есть 30 минут. Готовы говорить правду? Ну, конечно, готов. Почему «Удакан» называется «Удаканом»? На самом деле «Удакан» ведет свою историю с 1976 года. Я думаю, что в те годы был большой подъем геологических разведок. И Забайкальский край славится своим удаканским месторождением и этой горой. Я думаю, что вот как раз, когда принималось решение о строительстве кинотеатра, вот решили самое знаковое, то, что есть у нас, это природные ископаемые, это медь, это удаканское месторождение, и назвать кинотеатр в честь этого месторождения. Ну и вот совсем недалеко от нас находится управление геологии. Ну, я думаю, что тут все очень близко, очень понятно. Переплетено. Переплетено, да. Объясните мне, как школьнику, чем занимается директор кинотеатра? Вопрос хороший, как школьнику. Ну, мы очень часто принимаем группы школьников, студентов. Во-первых, это большой коллектив, который работает в две смены. Кинотеатр не останавливается никогда, он работает всегда. То есть он начинает свою работу в 9 или даже в 8 утра 1 января, вдумайтесь только в это, вот, и выходных нет абсолютно. Это труд большого количества людей. Это, безусловно, то, что, с чего мы начинаем. С чистоты, это уборщицы, это штат контролеров, которые запускают зрителей на сеанс. Это, естественно, бухгалтерия, поскольку кино — это, наверное, самый прозрачный вид из всей культуры. Почему? Потому что каждый проданный билет попадает в единую автоматизированную информационную сеть. Знаете, когда по телевизору говорят, ну или в социальных сетях, это кино заработало 1 миллиард рублей или долларов, неважно. Как они посчитали? А все очень просто. Любой проданный билет любой точки мира автоматически считается. И вот на основании этих данных можно посчитать любой фильм, сколько собрал или не собрал денег. А директор координирует все эти направления, то есть работу персонала, заключение контрактов с дистрибьюторами. И, соответственно, мы получаем те фильмы, вот, по которым мы заключили контракты. Плюс еще у нас буфет или бар, можно так назвать. Ну вот, собственно, координация всех этих направлений и есть задача и работа директора, чтобы кинотеатр работал без сбоев, ровно, четко, персонал был доволен, в буфете все было, и на экране было только топовое кино. Когда вы еще занимались музыкой и, возможно, себя понимали как музыкантом, вы могли представить, что станете директором «Удакана»? Как это вообще произошло? Нет, ну, на самом деле, я учился музыке, получается, 14 лет только учился. И 10 лет провел на профессиональной сцене. То есть я баянист, клавишник, и на том, и на другом играл достаточно неплохо. Ну, в те годы, сейчас, конечно, уже это не так. И на контрабасе я играл в «Забайкальских узорах». То есть у меня такая достаточно большая школа. Пути Господни неисповедимы. То есть воля случая вот привела, ну, как бы, такого хорошего случая в кинотеатр «Удакан», ну, чему я рад, потому что я получил новый, очень интересный опыт. И если я четко понимал, как работает театр, например, 5 лет отработал директором культурно-досугового центра, который проводит все массовые мероприятия в городе Чите, Забайкальского края, то есть я прекрасно понимаю, как работают кружки, массовые мероприятия, механизмы. Наша команда была крайняя, кто делали стадион. То есть это очень самое сложное в культуре, это массовые мероприятия, это сделать стадион. Вот это высшая степень массовых мероприятий. А как называется вообще это место? Как-то... Это называется киноаппаратное. Киноаппаратное? Да. Вот это старый проектор, это новый проектор. Вот тут раньше лежали бобины, ну, тут их перемоточные месте, столы. Да? Да. Это историческое, еще осталось с 1976 года вот эти все. Кстати, прямо сейчас идет кино, пока мы говорим. Алексей Викторович, с появлением кинотеатра «Россия» нового, большого, при имеющихся «Бригантине», «Центавре», «Комете», «Ликерке»
Достаточно жесткая конкуренция получается. Безусловно. Но вот смотрите, давайте разберемся. Во-первых, кинотеатры делятся очень четко по номинациям. Мы занимаем первое место в Российской Федерации, не побоюсь этого слова, в Российской Федерации, среди однозальных кинотеатров. Всего таких кинотеатров в России, ну, количество немножко колеблется, кто-то закрывается, кто-то открывается, ну, порядка 1100 кинотеатров. Мы занимаем среди них первое место. «Бригантина» — двухзальный кинотеатр, «Россия» — четырехзальный. То есть по факту они не совсем конкуренты, но, конечно же, конкуренты, поскольку все показываем кино. Зритель у нас один и ходит там, где ему комфортнее. То есть у каждого свои конкурентные преимущества. Они есть и в «Бригантине», поскольку это все-таки детский больше кинотеатр, который привлекает детским репертуаром. «Россия», конечно, новый кинотеатр четырехзальный, с новым ремонтом, с новой проектировкой. А «Удакан» — это замечательный классический кинотеатр, классический, которых осталось не так много в Российской Федерации, совсем мало. Такие кинотеатры необходимо сохранять, поскольку в них вот именно дух, именно кино сохраняется. То есть вот ты приходишь, тут нет, ну, к сожалению или к счастью, развлекательного комплекса для детей, и поэтому люди приходят посмотреть кино. И еще очень важное преимущество. У нас установлен звук Dolby Atmos. Вот, опять же, никого не хочу обидеть, но в маленьких залах Dolby Atmos, он не играет той роли, которую в большом зале играет. Но это физика. Это полет звука, нужен объем, нужны большие размеры зала, и тогда ты получаешь весь спектр эмоций, которые можно испытать, сидя в кресле. У нас 50 колонок, которые развешаны в определенных местах под определенным углом, ну и, соответственно, вот в любом месте зрительного зала можно испытать. Я уверен, наши зрители, да, наслышаны, или лично убедились в легендарном удаканском звуке. А все-таки про первое место хочу уточнить. По какому параметру? Это место определяется по очень простым параметрам. Количество доходов и количество зрителей. То есть вы директор самого успешного кинотеатра в Российской Федерации. А, в Российской Федерации. В Российской Федерации среди однозальных. Вау. Вот. Вы руководите с 2019 года. Да. За три года что вы успели сделать как директор кинотеатра? Конечно, знаете, планов огромное количество. И вот самое значимое и знаковое, как я уже говорил, установка звуковой системы, которую мы долго монтировали и вот реализовали это в ноябре 2019 года. Более гибко стали подходить к репертуару, то есть у нас он стал очень часто меняться, то есть мы посмотрели эту модель в Москве, то есть, ну, очень просто. Есть прайм-тайм, как в телевидении, топовое время. На 18.30, на 20.30 ставим какие-то фильмы. То есть мы ожидаем, что люди максимально пойдут на этот фильм. И по тем или иным причинам оказывается, что фильм не зашел. Ну, почему-то не зашел. И тогда мы должны очень-очень быстро убрать его на неходовое время, а поставить на то время фильм тот, который показывает наиболее яркие результаты по сборам. Раньше было как на неделю репертуар составил, и он не менялся. То сейчас мы применяем вот эту гибридную, такую гибкую модель, позволяет эффективно управлять потоками. Вопрос от благодарных и не очень зрителей. А почему в «Удакане» после фильма нельзя сходить в туалет? Нет, на самом деле мы пускаем, у нас весь этот год, вот с 1 марта практически, на первый этаж вход в любой момент. А, то есть можно не сразу вниз на выход, а еще подняться? Нет, в обратную сторону подняться нельзя, пойти по кругу, потому что сидят уже следующий же сеанс. Ну, в данном случае оббежать, я так понимаю. Ну да, но это не так сложно, пройти несколько метров, зайти опять через центральный вход. На самом деле билеты мы проверяем при входе на второй этаж. Угу. То есть, пожалуйста, можно даже идти прогуливаться, зайти в кинотеатр «Удакан», попить кофе. Вот как. Попить кофе. Не как раньше у дверей. Зайти, да, если нужно, не в туалет, поэтому никаких проблем. А вот как раз этот момент, что надо из кассы обходить кинотеатр и заходить с улицы снова. Там же есть дверь. Она открыта всегда. И через нее можно? Да. То есть так делают непосвященные? Да. Все, вы больше не можете жаловаться на «Удакан». Она открыта всегда, пожалуйста. Он исправился. Эти изменения произошли при вас? Ну, вот это самые новые изменения. То есть мы подумали про всю эту логистику. А вообще хотели перенести кассы, достроить впереди новый фасад и перенести кассу туда, чтобы люди пришли, сразу зашли в кассу и пошли дальше. Но будем работать над этим. 2020 год. То есть мы только начали развиваться. У нас большие были планы по ремонту, по изменению фасада, по переносу касс, по приобретению новых кресел и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но даты очень четко помню. 26
марта 2020 года мы были, деятельность приостановлена с эпидемией COVID и открылись только 1 августа. То есть представляете, какой длинный срок, 4 месяца мы стояли, не работая вообще. Именно поэтому в этот период Удакан не стал четырехзальным, как планировалось в 2019. Ну, один из факторов, да. То есть представляете, то есть 4 месяца мы стояли. Соответственно, мы исчерпали все собственные ресурсы. Там дальше был план выживания. Это почему? Потому что с 1 августа хоть мы и открылись, ограничение по наполняемости зала 50%. И мы с этими 50% жили еще года полтора как минимум. То есть мы даже на Новый год, представляете, можем заработать вот такую сумму, а зарабатываем в половину меньше. Такой путь, что ну, только выжить. Развиться на это невозможно. Ну и до сих пор, как вы знаете, ограничение по наполняемости зала 70%. На сегодняшний день. То есть до сих пор есть? До сих пор сохраняется. Я думал, после 24 февраля все и забыли про QR-коды, маски. Ну, к сожалению, нет. К сожалению, все меры сохранены. Ну и плюс с 24 февраля, когда мы у нас, скажем так, ввели санкции, забрали все голливудские фильмы. А мы должны с вами понимать, что голливудские фильмы – это в среднем 80-85% от всего кинопоказа. Соответственно, представляете, то есть если вот у человека забрать 85% зарплаты, простая аналогия, очень сложно стало работать, и мы стараемся использовать все, что сейчас есть в прокате. Вот российские фильмы появляются, но, к сожалению, их не так много, это раз. Во-вторых, качество во многих фильмах оставляет, ну, желать лучшего. Понимаете, есть такая штука, есть фильмы для кинотеатров, для широкого показа, те, которые привлекают массового зрителя. Есть фильмы фестивальные, которые созданы для того, чтобы показывать их очень узкой определенной аудитории. Вот они, эти специалисты, эти любители такого направления, их смотрят, но в широком прокате такой фильм проваливается, это 100%. Есть фильмы, снятые для онлайн-кинотеатров. Вот. Есть фильмы, снятые для телевидения. И вот сейчас они как бы выходят в прокат, и, к сожалению, они, конечно, не показывают тех результатов, на которые кинотеатр может выживать. Алексей Викторович, давайте остановимся на ситуации с санкциями. Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об угрозе закрытия половины кинозалов в Российской Федерации уже летом из-за недостатка репертуара как раз. Вы как-то решаете эту ситуацию? Ситуация на самом деле еще более серьезная. 50% это такая еще достаточно оптимистическая оценка. До 80% могут закрыться, то есть по разным оценкам. Даже если сейчас мы вложим в киноиндустрию деньги на уровне правительства Российской Федерации, что уже делается? Но чтобы снять фильм, как мы с вами понимаем, для этого необходимо года два снимать фильм. Во-первых, нужно грамотный сценарий, кастинг, подбор актеров, произвести съемки, которые могут быть очень сложные, очень длительные. После этого сведение фильма. И еще важный момент – постпродакшн. Да, то есть мы этот фильм должны раскрутить. До выхода фильма на экран может пройти и 2, и 3, и 4 года. Соответственно, даже если сейчас мы резко начинаем снимать, ну вот увидим результат года через 3. Мне видится такой выход. Могут онлайн-кинотеатры, с одной стороны, уничтожить живые кинотеатры, а с другой стороны, вот эта история с «Центавром», когда показали фильм премьерный без разрешения, ну, я, насколько знаю, это вообще по закону нельзя, да? Но вот в условиях санкций можно ли как-то игнорировать авторские права? Мы можем себе такое позволить? Ну, знаете, вопрос на самом деле у вас очень крутой, очень хороший, правильный. Я очень четко знаю эту ситуацию, изучал. Против нас вводятся санкции. Но, к сожалению, на данный момент, ну, вот та ситуация, которая есть, законы Российской Федерации никто не отменял. Авторское право никто не отменял, в том числе и на иностранные фильмы. И на данный момент, ну, кто-то рискует и показывает, то есть я про это вообще ничего не буду говорить, комментировать, это личное дело каждого. Ответственность там очень-очень серьезная и большая. Это и уголовная ответственность, это и штрафы, которые исчисляются сотнями тысяч рублей за первый показ, за второй, за последующие, и вплоть до конфискации оборудования. Вот такие меры наказания существуют сейчас в Российской Федерации. Есть, безусловно, много примеров. Это и из самых ярких «Владивосток», да, когда назвали фильмы, «Бэтмен» назвали, сейчас не вспомню, а «Соник 2» назвали «Синий ежик». Показывали синего ежика. Люди на него приходили, видимо. И человек-летучая мышь. Человек-летучая мышь, да, абсолютно точно. Серьезно? Серьезно.
приходили на эти фильмы, то есть, ну, все понимают, что показывает. Но видите, какая история? То есть тут как игра с огнем такая. Может быть, пару раз и можно показать, но потом, рано или поздно, кто-нибудь придет из правоохранительной системы, и начнутся все эти проблемы. Мы теряем колоссальные деньги, но пока такие законы по-другому не может быть. Поскольку в условиях санкций авторское право стало такой заслонкой в работе кинотеатров, есть смысл поменять закон об авторском праве? Ну, знаете, вот против нас сейчас согласовывает наши, уже не называют даже партнерами, наши зарубежные товарищи вводят, ну, пытаются сейчас ввести шестой пакет санкций. Я думаю, что это назрела необходимость поменять законодательство в России, да, и вот иностранным прокатчикам не выплачивать никаких авторских отчислений, изменить ту часть законов, которая необходима, принять это на уровне Государственной Думы и пользоваться тем, чем мы можем. И активно развивать собственное вот импортозамещение. Там надо сейчас максимально активно развивать наши киностудии Горького. То есть все наше детство прошло на киностудии Горького. Помните, была Ленинградская киностудия. Мосфильм, который глобальный игрок на рынке был, снимал такое количество фильмов. Другая страна была. Да, но вот сейчас нужно тогда в таких условиях, потому что мы же с вами понимаем, что это, ну, наверное, история не такая быстрая. Думаете, нам советский опыт может помочь? Так он нам помогал всегда, то есть Советский Союз, в принципе, получал иностранный фильм, но не в таком большом количестве, он спокойно существовал за счет съемок собственных фильмов. А какие фильмы были? То есть были масштабные фильмы, поражаешься без компьютерных съемок, без современных технологий, как это снято. Когда не рисуют солдатиков, а целыми армиями они бегают, одетые, как положено, в полях, стреляют, взрывают. И, ну, действительно, вот попробуйте такое снять. Хорошо, что никакой коронавирус им не помешал это сделать. Да, это точно, это точно. Но я думаю, что все равно Россия будет снимать качественное кино. Просто нам надо всем очень сильно постараться, и кинотеатрам, и режиссерам. При объединении всех усилий все у нас получится. Алексей Викторович, мы с вами говорим за 3 дня до начала кинофестиваля. Да. Как он раскачался, если раскачался, за время своего существования к 2022 году? Ну, на самом деле, Забайкальский кинофестиваль – это, наверное, наиболее яркое, одно из наиболее ярких событий, которые в области культуры, которые происходят в Забайкальском крае. До этого вот все, которые прошли кинофестивали, каждый добавлял, каждый раз становилось больше актеров, интереснее программы, большее присутствие иностранных делегаций, членов жюри. Но у нас кинофестиваль всегда отличался чем? Отличной организацией, теплотой встречи зрителей. Вот это наши ключевые моменты, которые привлекали всегда артистов. Вот когда в Москву приезжаешь, с ними общаешься, они говорят, очень хочется вернуться обратно, потому что настолько хорошо и тепло встречают. Из Москвы в Читу. Да. Приезжие люди говорят, что у нас многие вещи проходят даже лучше, чем в Сочи, на фестивалях Кинотавра и так далее, которые проходят там. Потому что у нас это сделано, какие-то свои есть фишки, которые, ну, гораздо ярче. Конечно. Можете назвать 3 фишки, которыми отметится нынешний кинофестиваль? Ну, во-первых, в этом году после пандемии приехал широкий спектр звезд, которые, я думаю, покажут яркие программы. Во-вторых, у нас всегда есть благотворительная программа. Это мы привлекаем детей из различных социальных учреждений, из детских домов, для которых выступают артисты и дарят им подарки. Именно для детских домов. Такого, ну, я не знаю, есть у кого-то или нет, но это очень трогательно, очень ярко. Это посещение онкологической больницы для детей. То есть актеры приезжали, там делали такие мини-спектакли, зарисовки. Мы рады приветствовать вас в нашем кинотеатре. Начинается кино. Просим вас занять свои места в зрительном зале. Вы сказали, что есть встречи артистов с детьми, встречи артистов с непростыми детьми. Но это больше похоже на такую имиджевую акцию. А вот именно для регионального кинематографа это значение имеет, ну, никак совсем. Да? Ну, то есть встречи с детьми и кино. Ну, понятно. Но у нас есть кинопоказы в районах Забайкальского края. Это и Огинское.
это и Балейский район, это и Нерчинский район, и так далее, и так далее, и Петров-Забайкальский район. То есть жители приходят, смотрят, после этого кто-то захочет снимать что-то. Во-вторых, есть встречи с актерами в районах Забайкальского края. Я думаю, что вот это очень знаковая история. То есть это не только в городе Чите сосредоточено, но и идет в районы. А в районах проживает много талантливых парней и девушек, которые потом, в принципе, теоретически могут развиваться. Просто надо им дать эту возможность. Давайте перейдем к кинематографу, непосредственно региональному, наболевшее. Почему такая большая разница в развитии регионального кинематографа между Иркутском, который, ну, за 1000 километров по российским меркам не так уж и далеко, и Читинским, нашим, родненьким, который переживает такие достаточно лихие времена уже который год? Нет, ну на самом деле у нас есть и много достижений, снимаются, тем не менее, короткометражные фильмы. Есть Союз кинематографистов Забайкальского края, который активно проводит мероприятия. Мы с ними со всеми сотрудничаем. При необходимости предоставляем свою площадку, свой экран для проведения фестивале детского кино с Максимом Юсуповым. Более того, он все время участвует в грантовой деятельности Норникеля, президентских, и посильную помощь мы ему оказываем. В чем сложность развития? Ну вот вы понимаете, что как формируется бюджет, это скучно и долго, я могу, конечно, рассказать. Но питчингов, допустим, у нас как таковых нет. Филиалов, ГИКа, ну, кинофестиваль. Кинофестивалем как-то на таковое региональное кино не очень влияет, я думаю. Ну, он влияет, но это в развитии. Опять же, вот сейчас пандемия все это приостановила. Я надеюсь, что сейчас после проведения кинофестиваля будет, скажем, новый всплеск и рост. Оттепель. Но... Оттепель, да. Оттепель. Седьмая серия. Девятая в нашем случае. Но в чем основная суть? Иркутск достаточно обеспеченный город, поскольку там есть большое количество заводов, там есть дешевое электричество, и там больше возможностей выделять какие-то средства для развития. Ну, прям это конкретно. Дотационные регионы, к сожалению, не обладают такими инструментами, чтобы поддерживать все направления, потому что, ну, дотационный регион, он не очень может себе это позволить, скажем так. Недавно в Удакане состоялась премьера фильма Максима Юсупова, которого вы упомянули, «Красная зона». Вы смотрели этот фильм? Да, этот фильм видел. Какие эмоции у вас остались после просмотра? Ну, знаете, хорошо, что фильмы Союз кинематографистов снимает, что есть творческие люди, есть творчество, и любой, на самом деле, снятый фильм производства Забайкальского края, это уже очень хорошо. То есть хорошо? Ну, я могу так сказать, что хорошо, что фильм снят, и что он посвящен в той или иной мере врачам, ну и, собственно, такие фильмы, ну просто надо развиваться дальше. Это же короткий метр, то есть надо идти дальше. Но расти, откровенно скажем, есть куда? Ну, расти есть всегда куда, то есть нет предела совершенству. Алексей Викторович, вы очень изящно прошли ответ на этот вопрос. В Забайкалье все-таки снимает не только Союз кинематографистов, есть еще Баяр Бородиев, сейчас Николай Годомский, другие режиссеры. Но вот Забайкальский союз кинематографистов, он как будто такой отчетный. Хотя на самом деле посмотреть работы Баяра Бородиева за там, ну, 2010-е начало, вот мы говорили об этом с Инной Блохиной, было впечатление, что дальше кино будет еще круче, ну то есть 10 лет назад. И когда выходит «Красная зона», у меня возникло ощущение, что не получилось. Нет, ну знаете, в истории же много таких вещей. Вот есть режиссеры с мировыми именами в Голливуде, которые в течение своей карьеры снимали как классные фильмы, культовые становились, так и проходные фильмы. Бывает всякое в творчестве, это творчество. Поэтому бывают всплески, бывают какие-то, ну, может быть, не падения, но какие-то такие проходные вещи. Поэтому все развивается, самое главное — двигаться. Вот это самое главное. Поэтому и мы приветствуем творчество Баяра Бородиева. Я очень всегда говорю, приходите в гости, давайте посотрудничаем. Рады всех остальных, тех, кто снимает кино, наших уважаемых коллег, видеть в Удакане и в кинотеатрах Забайкальского края. Поэтому суть-то в том, что если есть движение, мы готовы его поддержать.
А движение зависит от... Сейчас в кинофестивале участвуют бизнес-кураторы. Кто-то заинтересуется, может быть, вложит свои средства, поддержит кино, потому что, ну вот, тот же Николай Годомский, когда снимает фильмы, его поддерживает ряд предпринимателей, которые это дело любят, которые поддерживают. Кто-то кормит, кто-то покупает билеты, кто-то обеспечивает реквизитом и так далее, и так далее. То есть вот таким образом кинофестиваль может повлиять на развитие регионального кино? Безусловно, это один из важнейших критериев. Но это же как бы удача, или прям можно спонсоров попросить помочь? Нет, и так. Варианты все возможны. Кто-то заинтересуется, да, вот посмотрел и говорит, блин, я теперь люблю кино, хочу в нем участвовать. А кто-то, приходишь к нему, доказываешь, что надо, поддержите, помогите. Все варианты хороши, главное потом финальный результат. А финальный результат – классное кино. Так, ну все, дождь, пойдемте внутрь. Пойдемте. По вашей версии, лучший режиссер и лучший фильм Забайкальского края? Знаете, вот тут очень сложный вопрос в части какой. У нас не так много фильмов и не так много великих режиссеров, которые снимали фильмы. Поэтому я оставлю этот вопрос без имен и наименований. Почему? Потому что я считаю, что лучший фильм впереди. Лучший фильм впереди, потому что в советское время не так много снималось. У нас больше, ну, славились мы документальным кино. Есть у нас замечательный автор, например, Андрей Шаронов, у которого есть фильмы знаковые и значимые. Вот. Фильм, знаете, с какой точки зрения должен быть оценен? Должен оценен зрителями. А для этого надо его выпустить на широкий экран и получить вот этот зрительский отклик. Тогда это можно об этом заявлять смело. Поэтому, ну вот, я надеюсь, что таких есть. У нас Иван Баландин, который снимает множество фильмов вот совершенно недавно. Тоже такие документальные про Олега Лундстрема и про события в Китае. Все эти фильмы имеют место быть, но это документальные фильмы. Поэтому вот такого крупномасштабного Забайкальска, ну, вот Николай Годомский снял фильм «Возвращение с фронта. Современное название». Фильм действительно для Забайкальского края прорывной, потому что это все-таки полный метр. И фильм в своей части классный. Но я думаю, что вот, чтобы прям на уровень российский выходить, ну, мы должны вырасти. И рост у нас, я надеюсь, будет, потому что есть талантливые видеорежиссеры, звукорежиссеры, операторы. Хорошо, скажите, любимый фильм директора Удакана? Мне очень нравился фильм «Мулен Руж», как снят. Вот «Мулен Руж», наверное, один из тех фильмов, который я готов слушать. Там потрясающие саундтреки. Я вот и от картинки, ну, то есть фантастическая, и смысл прекрасен, и от саундтреков я восторгаюсь теми людьми, кто это свел когда-то. Я только что подумал, да, что это и мой любимый фильм. Серьезно? Ну один, невозможно назвать один фильм. Впечатление из детства. Но вот этот фильм, который я очень-очень часто возвращаюсь. Ну, а из свежих, вот могу добавить, я фильмов смотрю много, и меня потряс, вот действительно потряс фильм белорусский, который называется «Spice Boys». Он был совершенно недавно в прокате, года два назад. И после этого фильма я давно так не выходил с таким ощущением. Я вышел, даже не хотел ни с кем разговаривать. Но я понял, что это очень серьезный фильм, и я всем рекомендую. Вот так это все снято, настолько ты веришь тому, что снято. И вот для меня белорусский фильм был открытием, честно. Четыре в ряд. Деньги решают все? Не всегда. Россия или Центавр? Ни то, ни другое. Удакан. Вот почему он первый. Какую новость хочется услышать завтра? Нам дают все фильмы. Что главное в жизни? Главное в жизни – это цель. В жизни всегда должны быть цели. Ты должен к ним стремиться. Очень скучна жизнь без всяких целей, без забот, без проблем, то есть без каких-то стремлений. То есть надо всегда к чему-то стремиться. И еще важное качество – надо всегда удивляться простым вещам. То есть мы с возрастом это упускаем, а умнейшие, мудрейшие люди всегда говорят, ты научись радоваться. С утра проснулся, солнышко тебя осветило, замечательно вышел, птичка поет, ты обрадуйся. То есть вот таким вещам, когда ты не перестаешь удивляться, и жизнь совершенно другими красками играет. Время вышло. С нами был и остается Алексей Бочкарников. Спасибо. Спасибо, Юлиан. Очень приятно было пообщаться. Тополя, в город мой влюблен.
на пути деревца, деревца зеленые, беспокойной листвой вы шумите.